Привет, друзья, я тут смотрю, мне пришла новая посылка от бренда Armor Bikes. Тогда давайте пойдем уже и посмотрим, что же мне пришло. Погнали уже на почту. Так, все, короче, уже забрал я посылку с почты, вообще довольный. Посмотрим, что тут мне пришло. Смотрим, короче. Опача, смотрите, стикеров сколько наложили. Но это меня попросили Armor Bikes, чтобы я раздал. Смотрите, сколько их, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, наверное, штук их 20-30 точно, смотрите. Это, короче, все мы раздадим ребяткам в скит-парке. Может, еще устроим какие-то конкурсы, не знаю, посмотрим. Потом, смотрите. Вот, грибцы мне, наконец-то, пришли новенькие, а то мои эклаты, получается, они стерлись где-то месяца за три. Это эклат Пульсар, там коллаборация вместе с Оди. И они стерлись, представляете, за 3 месяца. А тут грипсы, вот, Armor Bikes. Поставим их, посмотрим, насколько хватит. Но думаю, надольше. Потому что у Ярика они простояли 6 месяцев, 6-7. Так он постоянно с барспинами и не стерлись. Кстати, такие тверже, чем первая версия была. Мне это нравится как раз. И вот, и спицы мне прислали, потому что у меня некоторые спицы... Старые спицы, типа некоторые, они вылетели. Ну, им уже было больше 3 лет, типа, и ребятки взяли, прислали спицы. Потом нужно будет прийти домой, там, или доставить, поменять на новое. Так что спасибо Armor Bike за вот такой вот подгончик очень крутой. Спасибо, ребятки. И вы тоже, друзья, если хотите какие-то запчасти от бренда Armor Bikes, можете просто взять, ввести мой промокод у них на сайте BarbieMix10 и получить дополнительную скидку в минус 10%. Не, ну вы только посмотрите, сколько стикеров здесь они положили. Вообще очень много просто. То сейчас мы это все добро соберем. Блин, это очень круто. Я знаю то, что потом мне будут ребята говорить: о, дай стикер, дай стикер. Но я в итоге, я лучше не сразу всем пораздаю, а буду чисто вот так кататься, с собой брать определенное количество и потом уже ребяткам раздавать, потому что так можно и за раз все раздать. Так, все, будем закрывать посылку, ну и погоним домой ставить уже новые грипсы на байк. Все, я уже дома. Надо будет раскрутить сейчас эти заглушки. Оп, кстати, мне очень нравится то, что они вот так один раз раскрутил, хоп, снялись сразу же, не надо их там доставать как-то. И они так же самое плотно сидят, закрутили разок, и все, они очень хорошо, ну, фиксируются в руле. Хотя на них и нет насечек, на них только вот такая вот резинка, и она очень хорошо с этим справляется. Смотрите, что с моими старыми грипсами. Им 3 месяца, смотрите, что у меня с этими грипсами, клад пульсар. Вот так вот грипсы выглядят, когда вы каждый день крутите барспины, градусы и так далее. Вот эта вот грипса, она вообще, по-моему, ей вообще плохо. Она очень тонкая, она вся стерлась, но вы сами видите, тут аж дырка такая аж и разошлась. Смотрите. Так что сейчас мы заменим их на вот такие вот классные грипсы. О, и по длине как раз они чуть-чуть длиннее, вообще то, что надо. По виду мне очень нравится, класс просто. Сейчас еще вторую сторону руля спиртом протру от вот этой всей липкости и буду эту грипсу ставить. Все, грипсы уже поставил я на руль. Смотрите, выглядят очень бомбезно, мне нравится, мне очень нравится. Вот не знаю, ну, никогда не думал, что мне будут нравиться вот такие мега яркие грипсы. И заглушки что же от Armor Bikes? Вроде 3 месяца, да, где-то они у меня стоят. И тоже, смотрите, Oil Slick, это... Даже есть Oil Slick еще на ней. При том, что я байк особо не жалею. И нужно байк откинуть, то я его отбрасываю. Главное, чтобы никуда он там по мне не попал. И главное, безопасность. Типа, и смотрите, и заглушки все равно вот держатся. И все хорошо с ними. Нету таких вмятин сильных, как у некоторых заглушек других брендов. Ну все, баренды я уже тоже поставил. Теперь можно смело одеваться и ехать катосить. Еще сегодня должен у нас Ванек получить свои новенькие грипсы. Вроде бы грипсы от Armor Bikes. Потом еще он должен руль четырехсоставной получить. И еще что-то вроде бы. Ну, в любом случае, вы знаете, друзья, распаковку я, как обычно, засниму. Я не могу упустить такой шанс и не заснять распаковочку. Кстати, Саня Фронт должен... обновленный свой байк мне показать, и мы должны заснять ему байк-чек. Так что, друзья, если вам нравятся байк-чеки, обязательно ставьте лайк и напишите в коммент, вообще, как вам, нравится такая рубрика или нет.
Ну, мне всегда, вот, не знаю, я когда смотрел в интернете байк-чеки, слушал, то мне всегда было интересно, кто на чем катается и кто какие трюки делает на данном байке. Ну, это всегда было интересно. Ну, для меня именно. Ну, а вам не знаю, все пишите в комментарии. В любом случае, погнали уже на улицу. О, наклейки Armor Bikes! Это же наклейки Armor Bikes! Давайте быстрее, пацаны, разгребайте, пока есть. Разгребайте. Armor Bikes. Все, клейки Armor Bikes. Все, разгребайте. Не, если честно, на самом деле я взял чуть-чуть больше. Реально? А вам какие надо, да, можете поменять. Типа, если вам надо. Ну пока что всем по одной, по две. Я вот такую можно. Так она же черная. На черную вилку. Клей на раму лучше куда-то. Все, прокачиваем тебе байк. Тебе с этой стороны или пониже, с той? Пониже. Или с той, чтобы ракеты смотрел? Прокачка вот так? Байка. Эрнест, наш байк на прокачку. Нет. Все. Байк на прокачку. Вот так вот они выглядят в дневном свете, Миша, вообще. Миша. Очень нравится. Как ни странно, но мне очень нравятся такие яркие, классные. Давайте по барспину. Давай. Эрнест, Артем. А кто первый? Давай, Эрнест. Макс, ну, сейчас давай. По-любому на камеру не сделаю. Ну давай, нормально. Я сначала буду ехать. Хорошо, окей. Да, я тогда не буду мешать. О, хорош. Теперь Эрнест. А, Давай еще один. Почти. Окей, хорошо, давай. О, хорош. Ты так его и застабилишь скоро. О, хорош. Мы раму покрасили, но мы не показали готовый результат. Смотрите. Ну, то такое. Смотрите, вот такая вот расцветка получилась. В любом случае, я сейчас, наверное, наберу, позвоню пацанам и спрошу, где они катаются. Потому что надо поехать еще байкчек с Саней, фронта заснять. И, может, байкчек Ярика. И попозже уже и мой байкчек тоже заснимем на канал. Чё? Ванетти бар? Ну, типа, я ну давай. Два раза... А вдруг сделаешь сейчас? Потому что на камеру у меня прям получается. Хорошо. Воу, воу, первая попытка. Первая. Ты будешь тут именно делать или? Хорошо. Ого. Пробуй, добивай, у тебя получается. Сейчас нырой, сейчас вон эти бар может сделать. Давай. А? Чуть-чуть. Давай больше докрути руль и все, будет. Второй раз в жизни. А? Ничего. Ну давай, еще пару раз помучаем тебя. Вон эти баром. Давай. А! Почти! Давай, давай, давай. Давай еще три попыточки. Хорошо, давай. А, почти. Ну давай. Доделал. Не чисто, ну доделал. Хорош. Так, да, самое главное то, что я реально сделал. Так тебе проще зато будет теперь. На камеру сделал, зарядил. Ты что, не постоянно делаешь? Нет, один раз сделал и то, понял? Типа, вот так, наверное, бар прокручивает. Ну, знаешь, типа, иногда бывает вдохновение. Или же, если... Мне нравится, типа, делать руки, когда я снимаю на камеру. Мне что-то заряжает, когда снимаю. Некоторые говорят, что они наоборот. Когда снимаешь их на камеру, у них не получается или еще что-то. Но мне, наоборот, нравится больше на камеру делать. О, я думал, ты там сид-грэп сделал. В общем, друзья, наверное, погоним сейчас в скейт-парк. Посмотрим, кто там почти. Посмотрим, кто там в скейт-парке, если он открыт. А если там никого нет, то тогда поеду, наверное,
куда-то в другую сторону или заранее наберу ребят, типа, чтобы у них узнать, где они вообще катаются сейчас. Так что так как. Я рад. Я рад. Я тоже рад. Все. Погнали, короче, народ в другую локацию, потому что тут... А вы тут будете или будете ехать куда-то? Да, может, ну окей. Погнали тогда вместе.